иногда бывает со скоропортящимися продуктами. При покупках, ну, иногда то, что просроченный товар или что-то такое, да, встречалось. Ну, в магазинах продуктовых, как маленьких. Бывает канительно, очереди, неразбериха. ФМС сейчас были, так, там духотища, народу полно, никто не понять, кто куда и когда заскакивает. Честно говоря, не припомню таких случаев. Просто я как бы не зацикливаюсь на это, сильно не переживаю об этом. Как бы, ну, так и так. Тоже надо смотреть, что покупаешь. Я не обращаю на это внимания. Я спокойно к этому отношусь.